Vertical World News. Календарь перевернули, слава богу, алкомаркет посетили, включили вертикальные новости из Санкт-Петербурга, настроились на хорошее настроение и поприветствовали меня, Ростислава Скидана. Друзья, скучал по вам, поехали-ка посмотрим, чем жил Питер на этой неделе. Бам! Красиво, трогательно и высокотехнологично отметили 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны. Шоу дронов на Днепрской акватории попало, кстати говоря, в книгу рекордов Гиннесса, как самое многочисленное. Друзья, если вы это не видели воочию, прямо сейчас наслаждаемся, как 2200 дронов вместе с грамотными руками и программистами могут делать красиво. Нас ждет огонь смертельный, и все бессилен он. Сомнения прочь уходит прочь, отдельный десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Ну, мы помним, что человек жив, пока жива память о нем. И что мне больше всего нравится, что спустя время технологии помогают нам эту память сделать вот такой вот, которая будет понятна всем. И спасибо большое организаторам, это лично от меня, друзья. Ну а как вам это шоу? Увидели ли вы его лично? Делитесь с нами в директ, в комменты, там, где удобно. Давайте обсудим. Своеобразным шоу, но в другой негативной коннотации, можно назвать ситуацию вокруг эпидбезопасности наших школ и детей. Друзья, ну тут нужно прям поразмышлять, а размышляем мы вот в этой рубрике. Ну, я напомню, что у нас же коронавирус, и не только он, и поэтому нужно вдвойне ответственнее относиться к своему здоровью и к здоровью окружающих. Но правда, к сожалению, почему-то в школах, вот не везде, далеко не везде именно так относится к этому вопросу. Вот у меня несколько видеороликов подтверждения. Школа номер 227 на Фрунзе. Такие вот очереди на вход, судя по уточнению автора видео, вход единственный. Ну, из тех, что открыты. И еще одно видео, другая школа. Давайте-ка туда внимательно посмотрим, там без комментариев. Почему так? Ну, где там социальная дистанция, маски, я не знаю. Что там еще нам нужно там носить? Вопрос, наверное, риторический. В первую очередь, конечно, родителям я его хочу задать. Во вторую очередь, руководству, администрации этих школ. Друзья, ну одумайтесь, мы как бы не хотим второй волны. Давайте-ка поответственнее отнесемся к этому вопросу. Иначе, ай-яй-яй, Роспотребнадзор придет такой и скажет, ай-яй-яй, штраф 300 тысяч. Сейчас, наконец-таки, пару снимков из жизни петербургского метрополитена, давно что-то не было. Вот, две картинки буквально, иллюстрирующие агрегатное состояние петербуржцев в пятницу. Вот от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, в этом случае точно так же. Вот состояние с фотки номер один, еще раз ее повторим, ждет нас всех в понедельник. Если, конечно, вы забудете про вашу норму, какой бы ненормальной она ни была. Донышки, я же сказала, на донышки. Друзья, и куда без жести, ужасная авария на Тостинском участке М-11. Я не хочу ничего говорить, просто вот первый кадр посмотрите, дальше продолжим. По предварительной инфе, водитель Соляриса очень сильно гнал, ну настолько сильно, что потерял управление и не смог не врезаться в фуру перед собой. Водитель корейского авто погиб, водитель фуры в тяжелом состоянии в больнице. Выводов несколько, главное, какая бы свободная, пустая и высокотехнологичная ни была дорога, она не твоя. Не личная твоя, есть еще другие водители. Об этом нужно помнить, друзья. И, конечно, берегите себя не только в школах, там, на дороге, но и в кинотеатрах. Они наконец-таки заработают с 12 сентября. Где-то Джонни Депп там в Калифорнии такой сидит. Я в Питере будет смотреть мое кино. Сейчас какая-то, по-моему, получилась. Или нормально? Это можно запикать, наверное. И еще одна хорошая новость. Ни один кинотеатр в городе не закрылся. Все, несмотря на длиннющие каникулы, эту ситуацию пережили. Поэтому ура-ура, идем в кино, не забываем маски. Да, друзья, напоследок наша любимая рубрика сейчас будет. И мы наконец-таки в ней покажем Настю Ивлееву. И долго ждал повода. Но тут Настя сама его нам подкинула. Итак, ленинградский фас. Возбудился на Настю Ивлееву. Все подробности. Все очень просто, максимально просто. Настя любит вино.
Но порой Настя забывает, что вино нужно правильно показывать. На Ютубе, в Инстаграме, в интернете, где бы ни было. Короче, Настя в ютуб-ролике про Олега Газманова рекламила итальянский вермут. Там она говорит про коктейль, красиво поворачивает бутылку этикеткой в камеру, а название прячет. Естественно, сотрудники Федеральной антимонопольной службы задумались, а что же там в бутылке такой красивой, которую Настя с таким наслаждением пьет, и такое, ну давайте-ка возбудим в отношении Анастасии дело. Настя, пей, ну особенно в Питере, но очень аккуратно. Мы тебя очень любим, я лично. Девушки мои, не показывайте этот выпуск, пожалуйста. Нин, я тебя люблю. Друзья, меня ждут очень интересные, интригующие выходные вместе с моей девушкой. Я вам тоже желаю эти выходные провести в теплом семейном кругу где-нибудь, например, на Марсовом поле. Ну, осень же уже пришла, можно еще успеть поваляться на такой зелененько-желтенькой травке. Вот здесь вот подпишитесь на нас и, естественно, заходите в этот аккаунт каждый день. А во вторник будут очередные новости из Питера. Пока-пока. Vertical World News.